поскольку у нас ТСЖ, мы и так являемся плательщиками за капремонт. Но у нас это зависит вообще от сезона, то есть зимний сезон, да, или осенне-весенний период. Соответственно, если в зимний период, то это практически, ну, за 70 квадратных метров это до 8 тысяч рублей. А если в летний период, то есть, ну, практически в два раза меньше. Входит ли он в обязанности ЖЭК, этот капремонт, входит ли? А если не входит, то, разумеется, оплата будет, как я пенсионер, в пределах разумного. Мой дом нуждается в капремонте. Не знаю, каким виду. То есть данный ремонт полностью развалился, ступеньки к подъезду. Нет, я не готова платить. Но мы и так достаточно большую сумму платим за коммунальные услуги. Мы готовы платить и будем платить, но дело не в этом. Дело в том, что делать не выборочный, это не капитальный ремонт, это выборочный капитальный ремонт. Капитальный ремонт имеется в виду, когда дом делается полностью. Что наш дом 78 года, и за это время ни разу не делался капремонт. Наш дом поставили на 23 год. Да, естественно, нуждается и очень. И если я так считаю, мое мнение, если нам дадут какие-то суммы оплачивать, я только за.